вторник в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега и дождя. Днем минус 1 плюс 1 градус, ночью 0 минус 1. Ветер усилится, юго-западный 6-8, порывы до 18 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и дождь, в светлое время суток плюс 1, в темное 0 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, сильный снег, днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, дождь и снег, днем 0 градусов, ночью нулевая температура, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.